Всем привет, ребята! Ну что, настало время посмотреть на этого нового имба-героя, потестировать все дела. В общем, поехали. Ну, я не знаю, мне он кого-то напоминает друида, то ли джина, что-то такое. Вот смесь какая-то, короче. Чик. Ебой. Вот так вот новый герой у нас уже есть. Поехали. Сейчас его немножко приоденем. Подкачаем и посмотрим, на что он способен. Так, вот так вот он выглядит. Сейчас мы ему влепим сюда. У меня тут есть запасной дар жизни, чтобы более живучий был. Можно даже девятку прокачать, пофиг. Давайте немножко апнем его. Поехали. Ну, смотрится. Что это у него там на голове? Ящерица, что ли? А типа шкура какая-то. Ну, не знаю, непонятно. Ну, разворачивайся к нам, иди сюда. Вот так вот он летает. Прикольненько. Ну, не знаю, что-то интересное такое. Какая-то, короче, у него там корова сидит на голове. Так, окей. Сейчас я вам загружу видос. Все как обычно. Пока я вам одно видео открываю, вы уже смотрите другое, я пишу третье. Короче, такие дела, ребятушки. Все по высшему разряду. Так, окей. Поехали на подземке. Посмотрим, что он может вообще делать. Или может он что-то делать на подземках. Дальник, не дальник. Летающий, не летающий. Так, ух ты, ничего себе. Посмотрите, как далеко его ульта летит. Бьет по юнитам. Прикольненько. Да, летающий герой. Ну, дальность атаки у него приличная, я вам скажу. Интересно, что он еще делает, я не знаю, перевод никто не делал. Короче, ну вроде интересный герой, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. Сейчас мы его потестируем по другим локациям, но бьет юнитов и одна ульта летит, как видите. И причем он все время заряженный. То есть ремка, по сути, ему нафиг не нужна получается. То есть у него все время фуловый заряд. Чем-то он напоминает мне гарпию. Где-то в этом роде. Так, сейчас я вам... Вы пока там смотрите, внимательно всматриваетесь. А я вам тут кручу-верчу. Видос показать хочу. Такс. Ну, блин, не знаю. Такое, знаете, непонятное ощущение от него. Какой-то щит вокруг него есть. Сейчас пойдем посмотрим. Постараемся посмотреть, что все-таки дает. Какие у него талантики. Ну, то есть он бьет, по сути, как гарпия все время. То есть все время он получается заряженный. Ремку ему бессмысленно, наверное, ставить. Судя по всему. Судя по всему, она ему нафиг нужна. Убьет юнитов. А, и хилит себя. О, он себя хилит, ребят. Вот, понятно, чего оно теперь. Теперь все понятно. Я думаю, что его не убивают. Хорошо, поехали посмотрим его скилл. Две цели, три.
Так, ну первый уровень ничего не меняется. 6. Я так понял, 120, 1200%. Это урон, скорее всего, 6 каких-то целей. 100% и 50. Ну, не знаю, это надо переводить. Ну, в общем, герой какой-то бафер, судя по всему. Давайте ему апнем скилл. Десятку сделаем. И пойдем опять подземку. Посмотрим, что у нас изменится. Он все время заряжен. Скорее всего, на отхил влияет. А ну, если я еще кого-то выпущу. Да, он дает щит. Посмотрите, он хилит всех полностью. То есть, по сути, сейчас он будет всем героям давать щит и отхил. Нифига себе, это какой-то еще один, по сути, ворожей. Типа того, смотрите. Все герои тупо в щите. Вот так вот. То есть, по сути, это очень имбический будет герой поддержки. С того, что я вижу. Интересно, интересно. Давайте его немножко апнем сейчас. Попробуем, по крайней мере, апнуть. Посмотрим, какие у него статки ближе к эволюции. Но у него дофига жизни. Летающий, дальник. Быстрый набор энергии. Интересно, какие у него иммунитеты есть еще. Сейчас интересно будет какую-то подземку более сложную пойти, чтобы его немножко постанили. Возьмем ангела. Давайте кошмарка. 6. Вот тут у нас много стана. Да, у него иммунитет, ребят, к стану. Посмотрите, какой у него офигенный отхил. Офигеть. Он дает щит даже питомцу. Я что-то не могу вкурить. Ворожаю щит не дает, а дает щит. Интересно. Очень, кстати, интересно. Ну, не знаю, мне нравится этот герой уже. Я не знаю, правда, всех его стат. Но, блин, он нереально крутой. Сейчас я вам загружу пока другой видос. Не знаю, что его щит дает. Но он нереально крутой должен быть. Ну, держаться, я думаю, он будет все время, потому что щит у него просто обалденный, плюс отхил, судя по всему, очень крутой. Ну, в общем, такое, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу нового героя. Я уже вечером вам покажу его на максималках, что он может, как прокачаю и побегаем по локациям, по тестам. Но, блин,
Иммунитет, отхил, щит какой-то дает, летающий, дальник. Преимуществ у него очень много. Я думаю, это будет хороший герой саппорт на PvP локации. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.